Короче, все понятно. Погнали слушать следующий трек, а прежде чем мы начнем, конечно же, да, я вам скажу про то, какие у нас крутые ссылочки на экране, ссылочки в описании, да, у нас есть Boosty с дополнительным контентом, у нас есть Яндекс.Музыка с нашими плейлистами, которые вы можете заценить, да, очень кайфовое музло, всегда раскачают. И, конечно же, Телега, вот на нее нужно обязательно перейти и подписаться. Потому что там обновление канала, там самое интересное, там много обсуждения происходит, да, постоянные споры, что-то еще. Ну и плюс, конечно же, новости и оповещение о том, когда стримы, когда они начинаются, чтобы не потеряться, да, и всегда быть в курсе. Поэтому на тележку в обязательном порядке нужно перейти и подписаться. А мы погнали слушать трек. Да, а где-то, а вот. Слава Мерлоу, запретить, produced by Слава Мерлоу, конечно же. Ну и, соответственно, альбом «Запретить бан». Будет целый альбом, еще не хуйся. Первый сольный трек Славы с выхода его альбома «Тузик». Вслед за экспериментальным «Тузиком» под конец 22 года Артем погрузился в собственное шоу «Гараж», в рамках которого к нему приходили разножанровые исполнители, а он помогал им с продюсированием треков и созданием визуала. Преобразив свое звучание еще хлеще, он выпустил песню подобную стилистике американского рэпера Тентенсиона. К примеру, его песня «The Remedy for a Broken Heart» схожи по подаче и способы сэмплирования с этой работой. Слава, в свою очередь, писал, что вдохновлялся американской певицей Билли Айлиш. За основу инструментала взят записанный на диктофон демо-трек поп-исполнительницы Шамили. Ранее она принимала участие в конкурсе фитов со Славой в 22 году. По правилам конкурса надо было написать ремикс на любой трек «Скучно», «Ленивый», «Неправда» и «Общие фото». Я написал, кстати. В своей группе ВКонтакте артистка рассказала, что заняла второе место за ремикс на «Неправду». Вдобавок к сэмплированию Шамили, ранее Слава использовал песню «Леры Маяк» для одноименной композиции «Детские травмы». Было такое, да. Что предшествовало выходу трека. Первым сниппетом послужил оригинальный сэмпл трека, выложенный артистом за неделю до релиза. На следующий день Артем опубликовал версию с припевом, а 29-го объявил дату выхода, выложив полноценный тизер. Чем аудиодорожка в клипе отличается от оригинальной? Клип вышел 2 февраля 2024 года. В отличие от стриминговой версии, в конце клипа звучит удлиненное аутро с парой повторяющихся слов. Это мы посмотрим, это мы заценим, да. Слава, похоже, возвращается, да, полноценно как исполнитель, потому что весь предыдущий год как будто бы он занимался как раз только гаражом. Он продюсировал, сам ничего не исполнял. Это круто, наконец-то, Слава возвращается, я этого ждал, я этого хотел, конечно же, да, как всегда, очень интересное музло. Он сделал супер хиты, потом ушел в какую-то, да, альтернативу, в собственное какое-то звучание максимально, да, и это было круто. «Тузик» — это пиздец, крутейший просто альбом, охренительная история, охренительная работа, супер звук. Что он предложит нам здесь? Облога стилистически очень крутая, минимализм. Как будто он держит этот знак, да, возможно, даже реально сделали этот знак, чтобы он с ним сфоткался. Очень прикольно, прямо вот хорошо. Ну и давайте заценим, что за трек. Let's go, запретить. Когда-нибудь я и со слезами на щеках вновь увижу тебя и снова повисну на твоих плечах, и все люди кричат, я так хочу узнать тебя. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Полноценная семья, никто не дал пример. Но с чего тогда я все, что могу дать ее тебе? Я так боюсь, что нам обоим сделают больнее. Но за чужие жизни не могу держать за меня. Меня поедает кому. Все эти сомнения за мной, как фантомы. Я не чувствую себя как дома, даже дома. Почему лучше бы мы были незнакомы? Проплывают толпы, я ищу твой профиль. День за днем в круговороте черно-белых копий. У меня есть хобби, я понемногу убиваю свои фобии. Все попытки робки, все приходит с опытом. Иди ко мне навстречу, и мы встретимся на полпути. Я не умею подпускать кого-то близко, но смотрю в твои глаза и думаю, что попробую. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет
будет страшно тебя разлюбить. Твоя, твоя красота рушит. Да. Пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. На твоих плечах есть люди кричат. Я так хочу узнать. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. О, ебать, вау. Укулеле, блядь. Сука, нихуя. Бля, до мурашек. Слава, блядь, огромный молодец. Пиздец. Ебануться. Ну, гений. Но он гений, блядь. Тут ничего не сделаешь. Бля, огромный молодец. Максимально идейный, максимально, блядь. Максимально идейный. Блядь, как же разнообразно все это звучит. Он везде все по-разному, да? Акапелла, чистенько, жесточайшие басы, опять же, да, разнообразие, ебёт, укулелька, ебать, еще аутро, ебать, вау, охуеть, структурно это просто пиздец, это просто разъеб. Там под рамки, если разбирать, это просто пиздец. Вроде ничего супер выдающегося тут нет на самом деле, да? Революционного, по крайней мере, да? То есть ничего супер... Супер заебного, да? Там, типа, супер какого-то... Короче, какого-то гениальности тут нет, скажем так, да? Но при этом как это органично все звучит, и все это собрано, скомпилировано, да? Вот так вот все это в одну композицию, очень круто. При минимуме том, который раскидывает Слава, он делает очень крутое музло. При минимуме ресурсов, да, которые он вкладывает, с точки зрения инструментала, например. Хотя, блядь, сейчас в последнее время он начал делать просто ебейшее дерьмо. Это пиздец. Это уже тебе не минималистик, да? Это уже, блядь, за гранью, нахуй. Вау. Бля, басы пиздец. Басы просто пиздец. Он, блядь... Один из лучших басовщиков, блядь. Заказывайте у Славы басы, нахуй, а не биты. Ебать. Красиво. Это жестко, блядь. Вот это жестко. Ебать. Так, ну тут еще самое забавное, что есть клип... Да, меня очень сильно удивило, что мат в треке Славы Мерлоу, мат. Это первый мат, насколько я понимаю, да, у него в треке, потому что до этого он не матерился. Это первый трек Славы Мерлоу с употреблением мата. Да, у него довольно долгая история взаимоотношений с цензурной лестницей внутри своих треков. В 21-м году он говорил следующее. Я на самом деле очень много думаю об ответственности перед детишками, которые меня смотрят. Это мне связывает руки. Но и перед бабушкой с дедушкой стыдно. Могу в жизни и сказануть, если на ногу молоток упадет. Но если просто приспичит, то публично нет. Сматерился на концерте для разогрева толпы. В итоге это событие стали тиражировать фанаты. А Славе ничего не оставалось, кроме как кидать на подобный контент страйки. За 2 недели до релиза музыкант выложил пост, написал трек, но там есть один мат. Простите меня, это вопрос. Слава кардинально сменил свой творческий вектор. От поп-мотивов ушел в экспериментальное звучание. Да. Где? И вместе с этим у него получилось привлечь к своей музыке более взрослую аудиторию. Благодаря этому факт наличия нецензурной лексики внутри песни приняли положительно. Окей, я абсолютно согласен, да. Такой это своеобразный срыв. Ну, типа, знаете, вот как человек, допустим, мы не знаем его личность, он ходит в маске, либо не показывает лицо, да, в какой-то момент снимает, это становится событием. Также и здесь, да, это первый мат в треке Славы Мерлоу. Я очень сильно удивился, когда это прочитал, думаю, блядь, неужели? Но у него есть clean version, насколько я понимаю, тут просто без мата будет, да? Твоя красота рожа, и я считаю, тебя надо запретить. Да, просто без мата, короче, есть тречок, да? Дополнительно, ну, то есть оно вместе идет, комплектом. Окей, давайте заценим, что клип нам предлагает. Визуализации у Славы, конечно, максимально интересные. Он над ними работает, что пиздец.
Что будет здесь? Снег, холод, да, это прям вот это вот прям, прям идеально подходит. Прям вот морозное настроение. Давайте заценим. Когда не путь, я и со слезами на щеках вновь увижу тебя. И снова повезло на твоих плечах. И все люди кричат, я так хочу узнать тебя. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Полноценная семья, никто не дал пример. Чё, лагает? Сильно лагает, чуваки? Блять. А, блять, заебись. А чё такое? Да ёбаный рот. Вот, блять, послушал чат. Не, вроде должно быть нормально. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Полноценная семья, никто не дал пример. Но чего тогда я всё, что могу дать её тебе? Я так боюсь, что нам обоим сделаю больней. Я ищу твой профиль, день за днем в круговороте черно-белых копий. У меня есть хобби, я понемногу убиваю свои фобии. Все попытки робки, все приходит с опытом. Иди ко мне навстречу, и мы встретимся на полпути. Я не умею подпускать кого-то близко, но смотрю в твои глаза и думаю, что попробую. Твоя красота, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Твоя красота рушит, это пиздец. И я считаю, тебя надо запретить. Честно говоря, мне будет страшно тебя полюбить. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Когда не путь, я и со слезами начинаю. Увижу тебя и снова. Если повезло, мне будет страшно тебя разлюбить. Красиво. Это круто. Это круто, да. Ушел, опять же, да, он в абстракцию, в жесткую вообще. Максимально динамичная нарезка кадров происходит. Это пиздец. Да, да. Такое, да? Артхаусное муви прям. Бать, ну слава. Ну, визуально это, конечно, красота. Это очень красиво. Цветокор. Костюмы, да, подобранные. Образы. Все вот это вот. Бля, это пиздец. Что-то вот напоминает почему-то на игле фильм такой был. И вот там вот примерно так же трипы, по-моему, показывали, если я ничего не путаю. Не знаю, отсылка это нет. Но вот это красиво было. Вот эта проходка красивая. Это кофта, бля, охуенная просто. Образ заебись. Мыльные пузыри эти, да? Бля, красиво. Да, да-да-да. Слава, огромный молодец. Спасибо тебе большое, Слава. Это прям... Это прям круто, бро. Продолжай в том же духе, охуенное музло. Супер гуд. Если многими это не признается, то типа и похуй на них, потому что делаешь ты очень круто. Загрузил, конечно, немножко, но, блядь, это заебись. Так, наверное, и нужно. И должно быть и такое музло, и это очень важно. Спасибо тебе большое, бро. Это было круто. Спасибо.